Еще одна из способностей проявляется во время спиритических сеансов. Колдун якобы вызывает дух мертвого. Обычно близкие усопшего приходят, чтобы пообщаться с ним. «Ты тут, Чарли? Поговори с нами». И вот тут Джин проявляет свое мастерство. Он начинает. Родственники по-настоящему одурачены. Самой опасной манипуляцией джиннов можно, пожалуй, считать видение. Это наиболее верный путь заставить человека поклоняться кому-либо, кроме Аллаха. Очень тяжело не придать значения тому, что видишь собственными глазами. Вынести такое испытание может лишь знающий о мире джиннов и верующий в Господа. Уже с давних пор джинны любят играть с образом пророка Иисуса и его матери Марии. Такое видение вводит в заблуждение не только христиан. Иногда видения начинают говорить. Представьте себе состояние верующего христианина, когда тот, кого он считает Богом, предстает перед ним и начинает говорить. Среди христиан такое явление называется «языком ангела» и считается доказательством их правоты. Хотя, если прислушаться ко вздору, звучащему из уст видений, можно назвать это языком не ангелов, а дьяволов. Кому-то являются видения в образе родителей или родных, умерших давно. Так джинны пытаются убедить, что духи мертвых живут среди нас. Именно поэтому так многие верят в призраков. بين طي الكلمة